Когда нужно идти к врачу? Если вы повредили руку и порез глубокий, кровотечение не останавливается. Вы теряете тактильную чувствительность пальцев или конечности. Если вы потеряли моторные функции, то есть какой-то из пальцев, либо несколько пальцев сразу не работают. Ну и если нож торчит из вашей руки, то здесь определенно стоит обратиться за медицинской помощью. И важный момент – не вытаскивайте нож из поврежденной конечности. Вы открываете рану и можете потерять много крови. Если кровь просто стекает, скорее всего, это повреждение вены. Если кровь пульсирует, это повреждение артерии. Если артерия повреждена, нужно наложить жгут. В нашем случае, если повреждена рука, то наложить жгут нужно здесь. Кровь идет от сердца к конечностям, артериальная кровь. Соответственно, мы перекрываем доступ крови на уровне поступления крови к участку. А если это венозное кровотечение, нужно наложить на саму рану давящую повязку и немедленно обратиться за скорой помощью. Если вы порезались, порез не требует обращения к врачу или в скорую помощь, то необходимо прибегнуть к простым правилам асептики и антисептики. Приложите чистую ткань, марлевую повязку к порезу, чтобы остановить кровотечение. Используйте марли или чистые полотенца. Грязные полотенца с кухни брать не стоит. Если вы обрабатывали сырое мясо, то вероятность получить инфекционное осложнение выше. Промойте рану прохладной или теплой водой. Иногда можно использовать мыло. Это поможет смыть попавшие в рану кусочки авокадо, тем самым предотвратить инфекцию. Кусочек авокадо может остаться в вашей руке. И, конечно, перевяжите рану стерильной повязкой и держите ее в чистоте. Если вы употребляете экзотические фрукты где-нибудь в южных странах, повышенная влажность влияет на то, как будет зарастать рана. Если боль, отек или покраснение в поврежденной зоне, есть гной внутри или вокруг пораженного участка, у вас повышается температура, опухают лимфатические узлы на шее, подмышках или в паху, любой из этих пунктов может означать, что вы получили бактериальную инфекцию, и вам нужно немедленно обратиться к врачу. Друзья, всем привет! На связи Борис. Вы находитесь на втором канале, который называется «Научный подход». Здесь мы собираем выдержки по самым главным темам из основных видео. Если хотите найти основное видео, переходите по ссылке в описании, там есть основное видео, и ссылочки на источники есть также в описании под основным видео. На втором канале мы публикуем бэкстейджи. Здесь также публикуются мои различные эфиры, прямые трансляции, телепередачи, интервью. Здесь также есть материалы, которые не входят в основные ролики, для более подробного и глубокого изучения. Также мы с командой активно трудимся над переводами интересных видео, научной тематики и не только. Так что подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик и оставляйте комментарии, это помогает развиваться каналу. И, кстати, если вы подписаны на второй канал, то для вас есть промокод на скидку на нашу продукцию, которую мы выпускаем. И специально для вас, как для самых любознательных зрителей, промокод дает чуть больший процент, чем с основного канала. Также рекомендую подписаться на все наши соцсети и ресурсы, и вы можете получать контент в удобном для вас формате. Все ссылочки также есть в описании к видео. Спасибо, друзья, и до скорых встреч!